Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и сегодня мы с вами смотрим новиночку под названием Call to 10, позвоните в 10, я не знаю, может быть, какое-то американское выражение. Короче, подо мной менюшечка, это новая игра, управление, загрузить и выйти. В управлении у нас, собственно, подсказочки VS, это движение, левая кнопка использовать, правая кнопка приблизить, Shift бежать, R вращать. Ну что ж, давайте новая игра, настроек здесь никаких нету. Игрушка про то, как нас похитил маньяк, который очень фанатеет с фильмов «Пила». И, соответственно, он устроил такое нам теперь в реальности. Типа насмотрелся фильмов и решил что-нибудь такое провернуть. Это у нас типа такой хоррор-выживалка-пазлер, что ли, будет, как я представляю. И она падает, поэтому мы сейчас быстренько чик-чик. Короче, с горем пополам запустил я эту игру. Фишка в том, что... Надо было запускать ее от имени администратора, если кому-то интересно. Если кто-то будет играть. Ага. Хренаны. Вот, от имени администратора. Причем в общении по этой игре в стиме разработчик на эту проблему одному парню ответил, что типа, мол, попробуй несколько раз, обязательно получится. Чувак, если ты смотришь... Это так разработчики не делают, не надо так делать, это бред. Попробуй несколько раз, причем там написано, что он тестировал это дело на винде 10 и на 64 битах. Вот, собственно, у меня такая же система есть, вот. Но как-то херово ты тестировал, возможно, ты тестировал из среды разработки, там, я не знаю, с какой-нибудь... Тут можно? О, хорошо. Вот, поэтому давай без этого. Просто как бы надо взять, исправить проблему, а не писать, что пробуй несколько раз, у меня все нормально работает, я не знаю, о чем ты говоришь. Как бы это бредово. Так, мы сейчас должны отсюда выбраться. Тут телевизор у нас Panasonic. 7169, вижу. Это была бензопила. На минутку. Стоп. Фото. Ай. Стопе, 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 стопе. Да, подожди, а как здесь... инструменты, хорошо. Как отсюда... Понятно. А, backspace back, блин. Ух ты, нифига себе, там чувак зажат шестереночками. Так, ладно, минутка бомбления закончилась. Давайте сейчас нормально проходить. 1-1-1 в СДГС. Сегодня пришлось побегать. Трус какой-то попался. Да, похоже, еще и маньяк сексуальный. Представляете, трусливый сексуальный маньяк. Смех сквозь слезы. Тихушник. Забился куда-то в темный угол, еле нашел. Но я бы так и не искал... Я бы так и не искал специально. Просто под руку попался. Зато избавил мир от труса. Не нужен миру такой. А санитары мира миру нужны. И я один из них. Ага, это, короче, у нас наш маньяк пишет. Пароль двери комнаты с камерой номер 2 я расположил на одной из фотографий. Боюсь, что кто-то будет рыться в моем компьютере. Подожди, так я же видел уже пароль. На одной из камер. Ух ты ж, блин, да ладно. 8-4-1-6. 8-4-1-6. Музыка. Тут пусто. Как? Ага, отсюда выйти вот так. 8-4-1-6. А это тогда что за пароль? 8-4-1-6. Вот это неплохо. Подожди. Когда я пытаюсь открыть дверь, у меня персонаж на некоторое время почему-то подвисает. Подожди, это от камеры номер 2. Здесь у нас пароль, наверное, 7169. Ну-ка. 716. Есть! Ёшкин кот. А почему... Почему мы это все на камеру снимаем?
Блин, ну вот мы попали в какой-то огромнейший просто лабиринт. Твою ж ты налево, а? Кстати, стилизовано неплохо. Да ладно, подожди, все с самого начала, что ли, начинать? Пароли надо записывать. Короче, давайте я сейчас 7169. Давайте я парольчики-то запишу, пожалуй. Вот сюда. Так, 7169. Мы записываем. Так, компьютер, фото. Фото вот это вот. 8, 4. Но я здесь вижу, в принципе, единичку, шестерку. Ну и в конце, может быть, это девятка даже. Но это под вопросом. Это у нас пароль от камеры номер 2, да, текст? Камера номер 2, хорошо. Так, погнали. Сейчас будем разбираться. Блин, головоломочки такие я люблю. 7, 1... Ой, на нумпаде не работает. Кстати говоря, на нумпаде не работает это кодик. Это же не дело. И может быть, если бы у меня не получилось на нумпаде его вводить, я бы и затупил. Так. А тут кнопка уже нажата. Погоди. Ну, то есть получается, что я здесь как бы уже был, но код мне надо... Перестань меня так пугать, дура. Подожди, ну... Вот почему? Блин, на нампаде быстрее. Я на нампаде печатаю вообще очень быстро. И я даже могу не смотреть на нампад и печатать... Что я печатаю? Могу не смотреть. Так, эту мы не трогаем. А может быть левую надо? Нет, не надо. Хорошо. Здесь нас, короче говоря, все убивает. Здесь нас все хочет убить. Так, эта шняга нас, по идее, тоже убьет. Ёп. Ты можешь ходить? Подожди. Ну, стой. А вы смотрите-ка, это у нас хоррор получается, да? Закрыто. Он ушел сюда, но там закрыто. Так, камера номер 2, наверное, да? Ну-ка. 8, 4, 1. Хрен. Угу. Так, а если попробовать еще раз? Ага. Тот же пароль не получается, который был от нашей комнаты. Хорошо, здесь у нас большой лабиринтик, в котором он... Вот это да. Вот это сволота. Ладно, сейчас разберемся. Блин, то, что каждый раз дверь открывать, это не очень удобно. Погнали теперь сюда. Хорошо. Погнали сюда. Мы здесь пошли сюда. Мы теперь пойдем сюда. Я хочу найти камеру номер... Бум! Пробежал. Думал, напугал? Хрен там был. Так, наверное, нам на все кнопочки надо нажать. Здесь нас сейчас что-то убьет. Вон кувалда там вот это, да? Ну! Ну, смотрите, каждая смерть как новая. Очень, ну, в смысле, она новая, да. И очень прямо страшно. Интересно, что будет, когда мы запомним, где и что. Хорошо, ясно, что нам не надо соваться в эти места. И, в принципе, мы ничего с этим сделать не можем. То есть мы не можем, как-то, получается, проскочить. Так, здесь у нас кремака нету. Туда у нас уже нельзя, получается. Здесь замок. Ага. Так, хорошо. Давайте думать дальше. Давайте думать дальше. Шевелить серым веществом. Так, короче говоря, здесь мы ходили, но здесь где-то мы открыли вот эту дверь, и там в нас циркулярка вылетела. Хорошо, тогда мы пойдем сюда. И здесь мы сейчас тоже сдохнем. Ну-ка. Дверь закрыта. Я тогда сейчас уже не... А можно? А можно? Я сбоку открыл. Что за... Слышите? У нас еще количество жизней было? Обожди, я чё-то не врубился. Подожди, а почему нас выкинуло, как бы это, в меню? Почему у нас пошла... Понятно, у нас краш. Сейчас вернемся. Чик-чик. Ну,
Это нифига не запуск от имени администратора помогает. А действительно, эту игру несколько раз запускать, блин, я запарился ее запускать. Раза с 12 она у меня пошла. Я надеюсь, пароли у нас не сменились. Нет, пароли у нас не сменились. Так, погнали, короче, смотреть еще раз на пароль на фотке. Так, этот есть. Здесь у нас пароля никакого нету. Да? Да. Это просто чувак. Так, у нас есть здесь. У нас есть восьмерка. У нас есть четверка. У нас есть единица, шестерка. Ну да. Восемь. Четыре. Один. А, единственное, что может быть, это нифига не один. Может быть, это 8, 4, 6, 9. Давайте попробуем ввести вот там вот пароль этот. То есть вот это вот два каких-то металлических предмета нас сбивают с толку, и мы думаем, что это единица, а на самом деле это нифига не цифра. Так, где мы видели хрен для пароля? По-моему, где-то здесь. Ну, в сторону отходить, я так понимаю. Бу! Страшно? Чувак какой-то в какой-то памкин в тыквенной шляпе. Окей, вот пароль. Смотрим. Так. 8, 4, 6, 9. Ха-ха-ха! Единичка нас с толку сбивала. Конечно же, мы это все раскусываем очень быстро. Хорошо. Этот чувак мертв или жив? Господи, ну и вонь. Хорошо. Проверяем пока все. Записка. Я решил записывать все от лица жертвы. Для этого я прикрепил к голове одну из них камеру. А запись камеры я буду скидывать в компьютер. Пусть все чувствуют себя в их шкуре. Короче, говорят, маньяк тут реалити-шоу записывает. Он насмотрелся пилы, он, я так понял, спер, ну, он крадет всяких преступников. У него, короче, какой-то надфиль или напильник в башке. Ключ. Ключ возьми. Как здесь? Ага. Так, ну, было бы страшнее, если бы он там пошатнулся или упал. Так, ключ мы можем применить, значит. Сюда мы не можем. Мы его можем применить, скорее всего, к той решетке. Хорошо. А к той решетке, главное сейчас не попасться на. Да я же не подошел туда. Ну, слышь, блин, ну кончик носа может быть задело. Ну, елки-палки. Тваря. Это очень плохо. Это очень плохо, что так происходит. Хорошо, в ту сторону нам не надо. Я надеюсь, ключ-то у нас есть. Эту кнопочку мы нажмем. Я все-таки предлагаю пойти и проверить, взят у нас ключ или нет. Потому что это будет очень-очень обидно, если у нас. Конечно же, надо пароль снова вводить. Так, 8, 4, 6, 9. Ключа у нас, конечно же, нету. То есть, короче, мы все делаем здесь заново. Туда нельзя. При каждой смерти нам надо проходить все заново, но при этом кнопочки все нажаты остаются. Чувствую, мы сейчас сдохнем. Похоже, здесь утечка вредных веществ. Нет, туда не пойду. Так, а здесь нас убьют. Так, там внизу шипы. Ого, конечно же. Не пойду я к нему, меня на шипы насадят. Ну тебя нафиг, чувак. Сиди, не двигайся, я к тебе приду на помощь когда-нибудь. Когда выберусь, позову полицейских, сам уйду куда-нибудь подальше. И... Так. Где у нас была решетка? Вот здесь вот. Все, ключ должен быть от нее. А, это по идее бэкстейдж за этой решеткой, правильно? Так, туда нельзя. Вот, замок. Все, я про него забыл. Подожди, а... А как? А как? А...
Ключ же должен быть от этой двери, правильно? Ну, я прав? Или нет? Ну, просто у нас вариантов, в принципе, не так уж и много осталось. Так, туда нельзя. Там нас убивает газ. Мы это прекрасно помним. Здесь у нас... Здесь у нас циркулярка. Там у нас какая-то тоже хрень, да? Ну-ка. Угу. Там у нас закрыта дверь. Так, подожди, а как открывать? Мы можем выйти, загрузить. То есть настройки нам не посмотреть. Хорошо, может быть, к тому чуваку тогда сходить? Блин, ключ должен открывать этот замок. Возможно, должен подсветиться замок как-то. Приседать мы не можем. Там было R вращать, VSAD ходить, правая кнопка приближения. Во! Стой, 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 подожди. Мне показалось, что замок подсветился, нет? Или это у меня уже глюки? Блин, да ключ должен быть от этого замка. Ну вот стопудово. У нас инвентаря причем никакого нету. Вот что паршиво. Кстати говоря. Тут тоже была какая-то дверь. А, ну да. Так, это тот чувак, это этот чувак. В эту комнату мы не пробрались. Здесь у нас ничего полезного нету. Фига нас выкинуло. Выбрались такие. Блин, ну к этому чуваку я сейчас могу попробовать, конечно, пройти. Утечка ядовитых отходов. Короче говоря, это, наверное, еще получается... Ага, типа мы прочитали записку. Как? Тихо-тихо, эти не трогай штуки. Хватит насвистывать, ты меня достал уже. Так, здесь у нас секира. Здесь у нас секира, хреначит. Так, давайте попробуем подойти к чуваку. Нас на шипы сейчас насадят. Нет. Этого оборотня в погонах я прождал всю ночь. Видимо, он завозился с бумажками в офисе. На момент, когда он показался у выхода, был уже рассвет, но еще достаточно темно, чтобы его пропажу никто не увидел. Так, чувак, у тебя что-нибудь полезное есть, слышь? Что это? Что? Что происходит? Так, там есть. Ну да, шипы тут. Давайте сходим, где ядовитые отходы. Так, это нам сюда. И направо. Я что-то не врубаюсь на самом деле. Угу. Понятно, здесь сразу смерть. Перемоточка. 7169. Интересно, а может быть у того чувака можно как-то быстро пробежать? Или же все-таки этот замок можно открыть, но надо что-то такое хитрое сделать? Это был ключ от его двери. Вот это поворот. Никак не обозначено, что был использован ключ. Так. Так, ключ. Хорошо. Так, теперь мы идем назад. Ключом мы открываем эту дверь. Да.
Теперь мы можем спилить замок. Изи, изи каточка вообще. Только я не понимаю, по какому принципу действуют шипы. Мы типа близко к тому чуваку не должны подходить, получается, да? Так, спилим замок. Хорошо. Так, мы берем противогаз. Теперь можем пройти в комнату, где у нас радиация. Ага, все. Нам его, надеюсь, не надо никак одевать. Так, бежим на вот этого чувака. А тебе должно быть страшно? Не-не-не. Ух ты! Ёпти! Тихо-тихо! Беги-беги-беги! Беги-беги-беги-беги! Бдюм! Разработчик! Мир! Он пис! А что, мы прошли ее? Да ладно. Да, мы прошли игру. Вот так вот. Я думал, блин, нифига себе уже заканчивать, оказывается, мы ее прошли. Короче, не помню, сколько стоит. Но, по-моему, она дешевенькая, там, что ли, рублей 20 или 70. В принципе, ну... Ой, не знаю, я уже говорил, что и бесплатные игры бывали по качеству не намного. Вот. То есть у нас есть на канале игрушечки покачественнее, головоломки. Но в принципе, головоломки ничего так, но их мало. Их реально мало, и если бы я с ключом не затупил, если бы было показано, что мы там использовали ключ, то все бы стало ясно. А дальше уже все, на раз-два, и все. Ну что ж, вот так вот мы просто немножко убили времечко, чтобы посмотреть на игрушку. Call to Ten, призыв к 10, наверное, это все-таки, да, Call to Ten. Переводится, ну или позвони в 10, не знаю. Такой симулятор пилы, простенький, в принципе, в графике ничего сверхъестественного нету, прикольные ловушечки, скримаки, ну и короче, в принципе, забавненько, время убить можно. Вот, кто желает, ссылочка есть в описании под этим видео, но учтите, что игра сейчас крашится, и я надеюсь, разработчик все-таки примет меры по устранению этого недоразумения и как-то все-таки визуализирует использование предметов. Все, на этом все. С вами был Рос на канале Midcore Show. Игра Call to Ten. Хрен знает как по-русски. Призыв 10 или позвони в 10. Но большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте. Ссылочка в описании под этим видео. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока.